Я не верю в развал России. Я верю в то, что Россия, она не будет возрождаться, она возрождается. Можно дискутировать по поводу того, благодаря или вопреки, но она возрождается. Я много езжу по стране, я вижу, что сегодня Челябинск, Екатеринбург, Петербург. Можно критиковать, можно ругаться, можно говорить, что Москва это не, ну, в общем, все плохо. Но это совершенно другие, это качественно другие города, чем то, что было 10 лет назад, 20 лет назад. Поэтому я еще раз говорю, что страна возрождается, но вот благодаря ли, вопреки ли, вопрос. Есть некие объективные процессы, которые не затормозить ни людской глупости, ни людском скорости, ни там, я не знаю чему. Вот, поэтому я вам честно скажу, что я верю в будущее России.